В Заречном состоялся первый фестиваль «Студенческая весна». На сцене Дворца культуры «Современник» студенты и преподаватели Зареченского технологического института удивили зрителя представлением «Объединение «Все, я и Руси». В атмосферу древнерусского действа зал погрузился еще до открытия занавеса. Позвольте вас поприветствовать в Злате, в нашем Заречном. Поприветствовать местных жителей и иноземных. Хочется поблагодарить всех, кто пришел поддержать наших участников. В основе представления нетривиальный сюжет. Князь Дмитрий Донской задумывает объединить под своим началом Русь. В это же время простой парень Яков очень хочет найти себе жену. По пути к заветным целям героев ждут разнообразные приключения и трудности. В итоге и великодержавные амбиции князя удовлетворятся, и простые человеческие мечты Якова обязательно сбудутся. Развитие сюжета время от времени перемежается инструментальными номерами, песнями и танцами. Подготовка двухчасового действа заняла около 2 месяцев. Хотя концерт был заявлен как «Студенческая весна», на сцену вышли и преподаватели. Они играли, пели и танцевали наравне со своими студентами. И пусть исполнение кое-каких номеров не дотягивало до профессионального, и зрители, и сами артисты получили удовольствие от концерта. Студенческая весна ЗТИ стала настоящим весенним праздником. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».